Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про африканского полосатого мангуста. Хищное млекопитающее, родиной которого является Африка, полосатый мангуст может быть не только украшением африканского ландшафта, но и прекрасным домашним любимцем. Правда, для этого хозяину такого экзотического животного придется запастись терпением, ведь характер у мангуста непростой. Характер его сложно описать, я бы скорее сказала, что это ближе к обезьяне. Обезьяне, хорьку, что-то такое, если провести аналогию. Вот то, что мы фактически видим, как она сейчас вообще бегает по клетке, суетится, норовит приласкаться. Это вот характер мангуста, по сути. Но есть один нюанс. Мангуст — это немножко не для ребенка животное, потому что с ним нужна железная воля. Если человек, даже взрослому, это, в общем-то, не каждому подойдет, потому что самка мангуста, она всегда пытается стать доминантом. У них несколько иная система, система построения семьи, у них несколько иная. Если у обычных животных это идет один самец, допустим, и несколько самок, либо это идет доминантная пара, у мангуста нет, у мангуста всегда будет доминантом самка. И, соответственно, дома она тоже будет пытаться доминировать над человеком. Африканский полосатый мангуст имеет средние размеры. Длина тела обычно составляет от 30 до 45 сантиметров, а вес колеблется от 1,5 до 2,5 килограммов. Отличительная черта этого животного – темные поперечные полосы на спине. Полосатые мангусты – дневные животные. Основная их активность выпадает на светлое время суток. На воле они чаще всего для жилья используют расщелины в скалах. Полосатые мангусты, в отличие от других видов мангустов, любят объединяться в группы по 10-20 особей. Они стайные животные, мангусты, но здесь опять же проблема стоит с воспитанием. И с характером, к сожалению. Может ужиться с кошкой, может ужиться с собакой, с хорьком, но здесь тоже еще карта ляжет. Если вы хотите завести себе в качестве домашнего животного полосатого мангуста, помните о том, что такому питомцу требуется строгая дисциплина и воспитание с самого детства. В противном случае невоспитанный зверь во взрослом возрасте станет агрессивным и сможет сильно поранить человека. Также не стоит забывать о том, что мангусту необходимы ежедневные физические нагрузки. Владельцам мангустов нужно регулярно играть со своим любимцем. Кроме этого, особенное внимание стоит уделять питанию грызуна. Что касается питания, в принципе, тут особо сложного ничего нет. Единственное, что главное не забывать о том, что мангуст – это животное со смешанной системой питания. То есть употребляет и мясные продукты, и зерновые, и фрукты, овощи параллельно. Средняя продолжительность жизни африканского полосатого мангуста составляет от 8 до 12 лет. О других интересных животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!